Семья – это сила. Под этим лозунгом в минувшее воскресенье состязались в ловкости работники Ангарской нефтехимической компании. Зимние игры, в которых помимо сотрудников предприятия приняли участие члены их семей, проходили в оздоровительном комплексе «Юбилейный». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и развитие командного духа. Конечно, я в восторге. Тем более в условиях пандемии, когда все сидели год дома, без всяких коммуникаций, без общения друг с другом. Это очень важно. Здесь можно получить море позитива, бодрости, энергии и работать с удовольствием в следующую неделю. Всего 8 команд по 12 человек. Большая часть была собрана внутри структурных подразделений компании. В программе состязаний зимние забавы, сочетающие в себе элементы биатлона и шотландского керлинга, интеллектуальные игры и большие гонки, где участникам предстояло прокатиться на надувном банане, пробежаться в колесе и сыграть в хоккей гигантской клюшкой. Такая ожесточенная борьба была, нервы на пределе, орали, прям, ну, как бы хотели выиграть, прям, ну, мужиками вот столкнулись лоб-лоб, грубо говоря. Вот, так, в принципе, все конкурсы интересные, как бы шахматы, вот я играл три человека одновременно на поле. Тяжело, мозг прям взрывается. Мероприятие длилось несколько часов, потому тех, кто успел проголодаться, угощали горячим обедом с полевой кухни. Итоги состязаний подвели в 17:05. Наиболее сильным и ловким участникам присудили высшие места в командном зачете. Остальных отметили специальными номинациями. Но главное то, что спортивный праздник у ангарских нефтехимиков выдался на славу. Александр Вычков, Дмитрий Новопашин, «Местное время».